Друзья, привет! Срочная новость. На днях представитель Минстроя вышел и заявил, что пора прекращать строительство апартаментов. А те, что уже построены, предложил узаконить и присвоить им статус жилое помещение. Вот непонятно вообще, для чего это было сделано. Зачем так народ баламутить? То ли это для того, чтобы подстегнуть спрос на эти новостройки в картофельных полях, которые продают за безумные деньги, то ли... подстегнуть спрос на апартаменты. Вы как считаете вообще? Мне кажется, и то, и другое, потому что, допустим, если люди с инвесторским складом ума, они сразу подумают, ага, может быть, сейчас купить апартаменты, а они на 20% дешевле, чем квартира, да? И причем в хороших локациях, внутри МКАДа, с красивыми входными группами, с хорошей архитектурой, с планировками, то есть все супер, и они где-то процентов на 20 дешевле жилой недвижимости. То есть, может быть, сейчас их купить, да? И потом, когда, если это все закрутится, завертится, да, и они будут переводить уже построенные апартаменты в жилое, то и окажешься собственником квартиры с пропиской, со всеми делами, да? Вот интересно, вы как считаете, в комментариях напишите, вообще ради чего это все затеяно? Да, и я, кстати, уже предвижу, как потирают руки собственники апартаментов. Сейчас будут выставлять их на продажу, лупить ценники такие вообще космические, как собственные собственники квартир сейчас делают, да? Ух, интересное начнется. Вообще странная история. Он там замминистра, по-моему, вышел вот с такой новостью, да? Давайте прекратим и больше не будем строить. Амнистируем те, что построены, и надо с этой историей завязывать. А зачем? Давайте покомментируем. Может быть, у вас есть какие-то варианты, версии. У меня вообще версии нет. Но имейте в виду, да, то, что касается апартаментов. Вы вообще, вот мне еще скажите. И, кстати, все вот мои клиенты очень боятся покупать. Я когда говорю апартаменты, все просто, о, не надо, там нет прописки. Нафига тебе прописки, если ты москвич, у тебя уже есть прописка московская. Ну, как вариант, да. Давайте подискутируем. Но новость очень интересная.